Всем доброго дня, меня зовут Мария Сокол, и я художник-портретист. Сегодняшний мастер-класс будет посвящен акварельной живописи. На нем мы с вами поговорим о необходимых материалах для любого акварелиста, обсудим, как выбрать идеальную для вас акварель, чем отличается специальная акварельная бумага от обычной, и еще я с вами поделюсь несколькими интересными инструментами, которые помогут сделать ваш процесс рисования легче и разнообразнее. Также мы с вами выполним базовые упражнения по акварели, поговорим о способах нанесения краски, о цветовых сочетаниях и научимся чувствовать акварель на бумаге. Ну и, конечно же, мы с вами прорисуем каждую часть лица по отдельности. Обсудим, как смешивать оттенки кожи, как добиться реалистичности, делать мягкие, но объемные заливки и в каких техниках лучше всего работать. Я уверена, что у вас все получится, поэтому желаю вам творческих успехов и море вдохновения.